Изящная девочка, тонкая натура, застенчивая личность. Агния Иванова, несмотря на юный возраст, мыслит глубоко. По ее работам можно изучать не только отношение человека к природе, но и психологию, в которой каждая линия – знак, каждый сюжет – символ. Девочка очень много рисует, она погружена в создание работ. В том числе мы обнаружили, что значительную роль она отводит темам экологии, сбережения природных ресурсов, бережного отношения к всему живому. И очень своеобразно преломляет это в своих работах. Мы увидели очень сложные цветовые сочетания, очень много образов. Главный инструмент выражения чувств Агнии – это цвет. Колористика ее работ очень эмоциональна. Каждый холст – как волшебное стекло, через которое виден внутренний мир, ее переживания и особый взгляд на жизнь. Счастье педагога – успех ученика. Людмила Топильская занимается с Агнией живописью 5 лет. Она сразу поняла, что в этой девочке есть все – вкус, жест, индивидуальный почерк. Я счастлива, говорю, благодарю Бога за то, что Он дал мне в ученице именно мне и именно ее. Потому что это огромное действительно счастье и работать, и находиться рядом. И желаю, конечно, и огромных успехов, чтобы это не заканчивалось. Каждая картина – это и есть Агния. Это ее радости и отчаяния, переживания и призывы. И сегодня она позволила открыться для публики, но не в словесной форме, а живописной. С каждым посетителем она говорила языком картин. Елена Хром, Валик Осипов, Ольга Кириллова. Область новостей.